Всем, ребят, привет! Сегодня у нас видео будет необычное, ознакомительное. Как вы знаете, я обещал на своем канале, когда наберется 20 тысяч подписчиков, мы с вами разыграем очередные подарки, очередные призы, которые у нас уйдут в другие города. В общем, время подошло к своему завершению, и осталось совсем чуть-чуть, и у нас 20 тысяч. Многие ждут на розыгрыше дорогой металлоискатель, но, к сожалению, сложились звезды так, что у нас сегодня не будет МД. Но розыгрыш у нас также состоится, и призы все же у нас будут не менее интересные, которые нам охотно предоставил именно интернет-магазин ShopDetect, который уже более 5 лет является официальным дистрибьютором известных марок Garrett, Fisher, Minilab, XP и многих других. А также он гарантирует качество и гарантийный сервис. Тут вы увидите хороший выбор металлоискателей, аксессуаров и девайсов для приборного поиска. А если у вас поломка каких-либо элементов крепления металлоискателя, то и здесь вы можете найти именно комплектующие под замену. Ну а если вы еще и нумизмат, то для вас тут припасено немало интересного. Это у нас не первый и не последний розыгрыш. Были у нас счастливчики, обладатели ценных призов. И все были довольны. Мы вошли. А в данном случае у нас число участников 303 участника. Здесь вот все у нас люди есть. То есть все. Может кто-то свою фотографию даже увидит. Вот. В общем, большое количество людей. И давайте нажмем вот на эту кнопочку. Узнаем победителя. Та-дам! Валерий Гришкин. Давайте посмотрим, соблюдает он все правила или нет. Зайдем к нему в группу. Так, смотрим. Есть! Репост есть, ребята! Есть репост! Валерий Гришкин сделал несколько репостов даже. Молодец, перестраховался. Молодец! Репост есть! Но это одно он условие выполнил. Давайте зайдем ко мне в участники. Посмотрим, есть ли он здесь. Если сейчас его фамилия, ник выскочит, он наш победитель. Перекрестились все. И есть, все. А победитель у нас Валерий Гришкин, Фрязино, Россия. Заход. Александр, приветствую. Значит, забрал посылочку сегодня. Вот она, посылочка. Сейчас буду вскрывать, что там внутри, покажу. Так, вскрыли пакетик, вот этот. Коробочка запечатанная, обматанная скотчем. Вскрываем дальше. Вскрыли коробочку вот эту. И внутри вот такая штука. Вот. Сейчас будем смотреть, что там внутри. Ну, супер, конечно. Очень приятно. Вскрыл дальше коробочку. Вот эту. Вот эту. Значит, в ней сам пинпоинтер, Gold Hunter, чехольчик к нему, чтобы на поясе носить, тренчик, чтобы не потерять, паспорт к аппарату будем изучать, дисконтная карта магазина shopdetect.ru. Так, Александр, хочу поблагодарить тебя. На самом деле очень приятно. Вещь, несомненно, полезная. Думаю, что пригодится. Хочется сказать вот тем людям, которые, наверное, все-таки такие будут, что все нечестно, все заранее спланировано и так далее. С Александром я знаком не был никогда. Я был просто подписчиком его канала и смотрел его ролики. Все произошло на самом деле случайно. Выполнил все его требования, которые он просил.
при розыгрыше этого пина. Вот и все. Все по-честному. Всем добра. Сань, тебе респект и удачи под коту. Ну а теперь коротко о подарках. В розыгрыше будет поисковый рюкзак расцветки «Камыш», в котором поместится ваш прибор и лопата. Очень нужная вещь, если вы добираетесь до места копа на своих двоих. И еще один приз очень оригинальной расцветки – это пинпоинтер Gold Hunter. Это все тот же оранжевый водонепроницаемый пин, но с более ярким цветом. Мы уже делали сравнительные тесты с элитным пином фирмы Garrett, и мы были удивлены, насколько он хорош. Наш Gold Hunter на голову был выше и утер нос именитому пину. Помимо техническим характеристикам, Gold Hunter хорошая и по ценовой категории. Стоимость Garrett элитного прибора составляет от 9 до 11 тысяч рублей на разных сайтах, а наш всего 4200. Но можно еще дешевле. При заказе называйте промокод «Поиск63» и цена будет уже 3500 рублей. Мелочь, а приятно. Итак, ребят, закончили мы тестировать, так что вот такие два девайса мы сегодня сделали. Это Gold Hunter и Garrett. Garrett американский, не Китай. Соотношение я буду указывать здесь ценовую и здесь. Все плюсики, все минусы, как у нас получился тест, все вы наглядно увидели. И делать выводы вам, стоит ли вам переплачивать вот такие вот, покупать девайсы очень дорогие, повторюсь, 8,5-9 тысяч, это на официальном сайте, в магазинах будет куда дороже, или же купить обычный Gold Hunter, который очень хорошо тоже видит находки, и ценовая категория вас очень сильно порадует. Плюс вы получите свои скидки, если при покупке скажете кодовое слово «Поиск63РУС», и цена уже будет вот такая. Выше перечисленных всех плюсов этого пинпоинтера еще его и оригинальная раскраска. Он хорошо виден в густой траве, так как в природе такие кислотные цвета не встречаются. А также в мутной воде он хорошо виден. А еще не менее важно, наш Gold Hunter непотопляемый. Он всплывает как поплавок, а вот гарретовская морковка тонет. И в комплект Хантера входит непотеряйка, а вот Garrett похвастаться этим не может. Утонет и не найдешь. А теперь давайте о самом розыгрыше и правилах. Розыгрыш состоится после набора 20 тысяч подписчиков на моем YouTube канале. И как только это случится, в субботу на стриме мы выявим победителя в прямом эфире. Теперь о правилах. Вы должны быть подписчиком моего YouTube канала. Второе. Вступить в группу ВК «Поиск63». И третье. Сделать репост и закрепить и поделиться репостом с друзьями до момента розыгрыша. Итак, ребят, ничего сложного в этом нету. Мои правила элементарные, простые. Быть подписчиком моего YouTube канала, состоять в группе «Поиск63» и сделать репост, поделиться с друзьями. Ничего сложного в этом нет. Так что хочу вам пожелать удачи при розыгрыше и стать обладателями таких приятных подарков. На этом и все. Жду вас в субботу на стриме, на розыгрыше этих ценных призов. На этом и все. Всем пока и удачи!